7 февраля в республике стартовал месячник по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в рамках которого специалисты регионального сосудистого центра провели ряд мероприятий по обучению медицинского персонала. Современные технологии и опыт сотрудников центра позволяют вернуть к полноценной жизни даже самых тяжелых пациентов. Главное – вовремя распознать признаки инсульта или инфаркта и быстро доставить больного в специализированное учреждение. Вопросы профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы врачи обсудили в ходе выездного мероприятия в поликлинике поселка городского типа Каахем. Врач-методист рассказала коллегам о базисной терапии инсульта, а ее коллега поделилась опытом ухода за больными с тяжелыми формами болезней системы кровообращения. В мероприятии приняло участие большое количество слушателей. Это и участковые врачи, и фельдшеры, и медицинские сестры, каждый из которых смог узнать что-то новое или освежить в памяти полученные ранее знания и навыки. В течение февраля специалисты регионального сосудистого центра планируют выехать в отдельные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории Кызыльского района.